Привет всем, с вами Джимми. Джимми — это я. Продолжаем наблюдать душераздирающую историю про то, как меня пытаются все убить, покромсать на кусочки, изничтожить, так сказать. На чем мы остановились в предыдущей серии? Кто-нибудь помнит? Вообще нет? Нет, не угадал, не угадал. А вот, на Б. Все правильно, на Б. Ой, господи. Ну, в общем, у нас одна задача. Нам нужно отсюда как-то выбраться. Причем выбраться не только мне, а всем членам нашей команды. То бишь мне, афроамериканцу и очень странной женщине под названием Кендра. Айзек, где ты? Это я. Где я? Кто ты? А, привет, Николь. А чё так? Всё? Николь — это наша девушка, которая работала, служила на данном корабле медиком. И вот мы пытаемся заодно выяснить, что же с ней произошло. Жива ли она вообще? Цела ли она? Ну, все понятно, бежим отсюда, нафиг. Что? Изиди. Так, что-то я не то взял. Да не хочу я эту дурынду. Мри. Мри. Паршивец. Да бери уже. Возможно, что-то у нас есть лишнее. Я же говорю, нужно от этого избавиться. А костюма у нас до сих пор нет. Очень жду я костюм нового уровня. Я прям не могу. Мне его все не дают и не дают. Какой кошмар. Так, бежим дальше, бежим. Я так понимаю, здесь все. О, господи, кошки. Кошки, я вас ненавижу. А, не так страшно. И да, кстати, я болею опять. Поэтому голос у меня такой мерзко противный. Но терпите. Терпите. Вас никто не заставляет смотреть меня. То, что я делаю. И всю эту хрень. Ура. Ладненько. Продолжай. Отлично. Завершено. И да, у меня сегодня выходной. Неужели у меня сегодня выходной? Да сохранить уже. Как я люблю выходные. Вы просто не представляете. Итак, мы приехали на станцию Комсомольская. Айзек, заходи. Кендра права. Защита не работает. Ты мне нужен, чтобы ее перезапустить. Кендра, да, если ты меня слышишь, похоже, у тебя более полный доступ к информации. Просмотри корабельные отчеты. А ты не хочешь рассказать нам об артефакте, Хэммонд? Про обелиск? Я ничего о нем не знаю. Он упоминался в записях капитана, они притащили его с планеты. Ну и где он? Он в трюме. Они считают, что обелиск инопланетного происхождения, но я не знаю, что это. Серьезно? Айс, Хэммонд что-то скрывает. Не верь ему. Полегче! Не я тут плохой парень. Сейчас мы все на нервах, поэтому прошу, просто поверь, что я ничего не знаю. Да блин, вот и... Мы вошли в поле обломков. Быстро к пульту капитана, позже поговорим. Конец связи. Вот и бабы, такое выражение лица было, если честно, что я как-то даже... Да я лучше негритосу. Поверю, блин, чем ей. А вообще изначально меня раздражает с самого начала. Изначально, с самого начала вообще меня раздражает. Да ты чё, офигел? Что это такое? Оно меня еще пытается убить. Оно еще даже может меня убить? Нифига себе. А нет, вроде бы.
Это дылочка. Да не буду я тебя брать, отстань. Так, магазин работает. Он мне нужен вообще? Он мне нафиг не нужен. А может быть нужен? Ну-ка. Может быть там появился наш костюмчик новый? Ну. Нифига. Костюм нам не дают. Козлы, блин. Ой, какой значок прикольный. А что это такое? Это центральный атриум. Атриум это что? Это какое-то большое помещение, где много стекла. И где-то должен... Ой, какая лампочка на потолке. Должен быть... должен находиться... Ёшкин крот. Должен находиться... Внимание! Мостик капитана. Зафиксирован пробой. Да ладно. А можно посмотреть? Айзек, попадание в мостик рядом с тобой, но герметичность не нарушена. Система жизнеобеспечения стабилизирована. Заставь чертовы пушки работать. Чертовы пушки работать. Заставь их. Да легко. Только мне бы их найти сначала. Так, запись. Мостик, ответчик, на нас напали. Повторяю, на корабль напали. Открытие, мы атакованы. Что, черт возьми, это такое? Они уже перебили почти весь персонал палубы. Оружие на них не действует. Мы долго не сможем их сдерживать. Я так понимаю, у вас и не получилось, в принципе, их держать. Умерли вы все. Слушай, прикольные стеклышки такие вообще. Господи. Кто там? Кто здесь? Вроде никого. Вы что, меня пугаете? Не надо меня пугать. Я вообще... Не спугливых. Я ленивый просто. Так, тут закрыто. Тут закрыто, тут закрыто, тут закрыто. Ой, огонечек. А чё это? Ничего. Так, куда нам показали? Синяя стрелочка. Ага. Так, сохраняшка. Отлично. Сохраняшка. Да-да-да. Продолжай. Продолжаем наш путь. Что-то я сегодня не в голосе. Ничего себе. Извините, я отвлекся. Так. Очень интересная штучка. Схема. Костюм. Костюм, костюм, костюм. Костюм, костюм, костюм. Чё? Так, сейчас надо что-то... Срочно от чего-то нужно избавиться. Чего? Чего бы мне избавиться? Так, аптечку, может, нет? Блин, не одна. Еще такая здоровая, блин. Ладно, потом возьму. Потом я возьму. А если потом я не возьму? Блин. Блин, что делать? Ладно, пойду. Проверю. Привет! Игорь! Черт, ты напугал меня. От что этого там, места мурашки. У нас только что влетел гребаный астероид. Да я сам боюсь еще. Слушай, я знаю, Кендра не доверяет. Так я пока похожу тут. Я действительно ничего не знаю ни об обелиске, ни о другой чертовщине. Мы должны были провести простой ремонт и все. Вот это каша. Система метеоритной защиты. Я могу починить платы, но с основным питанием проблема. Ты должен будешь вручную перебросить питание минимум от 3 распределительных щитов, чтобы энергии хватило для главного орудия. Вы пока запоминаете, что мне говорит, потому что я практически ее не слышу. Службы безопасности мостика. Они подвезут нас к щитам. Слушай, Айзек. Будь осторожен. Хорошо. Я там что-то видел, не знаю что. Видел краем глаза. Но это было огромным. Просто гигантским. Замечательно вообще. Ну что, все? Я могу идти, да? Черт! Назад! Я думал, она сдохла, когда я запечатал капсулу. Эти штуки не просто убить.
Как же мне тебя взять-то, блин? Давай на что-нибудь выкину я. Типа вот этого. Бросить, да. Одеваться. Одеваться некуда. Юх. Так, у меня что? Что у меня там? Я, наверное, перевернул лучше. Вот так. Так, сохранится, сохранится. Сохранится. Давай пониже. Так, куда нам? Что же я все время забываю, на какую кнопку нажимать? Так, ну... здесь что-то... Я уже не возьму. Так. А? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А меня нету. Твою ж мать. И. Так, надо взять другую, срочно другую пушку. Срочно другую пушку. Чего ты не берешь? Я понял. Да беги ты. Так, я отсюда не выйду. У меня все перекрыто. Где ты, сволочь? Иди сюда. Он, блин, что делает, а? Блин, а у меня нет этой штуки. Как мне теперь его остановить-то? Если я сюда спущусь, может, что-нибудь зайдет? Правильно? Не зайдет. А где он? Ишь ты, хитренький. Блин, так. Ну нет у меня ее, нету. Блин. Идем сюда. Идем сюда, иди сюда, ко мне иди. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ну что ты все время прячешься? Прятаться могу только я. Ты должен меня убить. Ай-яй-яй-яй, я не попал. Так. А если я вот так сделаю? Как же тебя хоть что-нибудь тоже отстрелить, а? Что за странные звуки? Нет. Нет, вообще вот никак. Не поддается он. Иди сюда. Так, у меня мало. Отлично, хоть что-то. Давай вторую, правильно, все. Карантин снят. Блин, надо было сразу ее. 5000, все. И больше ничего. Так. Думаю, единственную, самую здоровую аптечку пришлось потратить. Ладно. Заодно соберу сейчас патроны. Где-то еще. А, вот туда. Там еще внизу, кстати. Так, а мне? Мне. Ну, отлично. Мне как раз туда и надо было. Это вот. Сделай нас единым. Блять, сука. Не могу уже. Лифт атриума включен. Да, а что я сделал-то? А, я лифт включил. Ой, да пошел. Ну-ка взять. Что у нас здесь? Я лучше их буду на расстоянии разбивать, потому что там всякие жуки, блин, могут быть. Так. Меня уже бесит это слово, блин. Так. Нужно две таблички свои куда-то засунуть. Так сказать, пристроить. Здоровье, воздух.
Так, ну здесь... Я что-то пока не вижу смысла. Может быть, сюда? Блин, здесь тоже. Косяк. Давай сюда. Давай ущерб. Объем. Все. Хоть что-то. Уже хорошо. Да не кряхти ты. Это мятеж. Вас будут судить за мятеж. Кейн, да заставьте же их прислушаться. Спокойнее, Бен. Держите его. Согласно статье 54.69 уложения флота, я отстраняю капитана Бенджамина Матиуса от должности. Обелиск необходимо передать церкви. Терренс! Пожалуйста! Мне жаль, Бен. Я не могу тебе этого позволить. Предатель! Еретик! Держите голову! Убийца! Держите его! Нормально. Он мертв. Вы убили его, доктор? Нет, это случайно. Я хотел остановить его. Арестовать его. Нужно перезарядиться срочно. Бери, бери, все пригодится. Что там больше ничего не осталось у нас? Сохраняшка. Что это? Ну, понятно, так, если перезарядиться. Ну, перезарядись. Так, а вот это? Не понимаю. Как его взять-то? Это не берет. Это не берет. Вот, берет. Перезарядка. А что так без звука? Очень странно. Ну-ка это. А, здесь все максимум, да? Ну-ка, чем-то освободили? Отлично. Что у нас тут? Бери. Зарядка. Тихо. Тихо. Если я его сделаю. Блин, я не хочу тратить. Ага. Да знаю я вас. И что, ты мне ничего не дал? Ой. А! Как я удачно подзарядился. Угу. Все бери, все бери. Все нужно. Все пригодится. Похоже, часть панели искусственного тяготения накрылась. Следи за полом палубы. Увидишь искажение или колебания воздуха, держись подальше. Они опасны. Окей. Иди сюда. Так. Я пока. Отлично. Бери. Давай второй сюда идем. Идем ко мне. Нет, иди сюда. Сюда иди. Да какой ты умный. Не хочешь, как хочешь. Я тогда так сделаю. Заставил меня тратить. А? А? Да, как это муха, блин. Иди отсюда, блин. Так, тихо.
Еще один. Да сколько же вас там еще будет, а? Да не... Ёшки. Вот. Умри. Пошел отсюда нахер. Заряжайся, давай. Так, а если я их сейчас заморожу? Ну-ка. Да перезарядись ты. Так, тебе стоять. Тебе лежать. Ой. А чё так быстро-то? Я же ничего не сделал еще. Ты мне дашь что-нибудь? Конец-то ты дошел до меня. Угу. Ладно, фиг с вами. Перезаряжаемся. Так. А, что-то дал мне, слушай. Вот, патроны. А, тут. Так. Гениально. А что там брать-то их? Хотя, в принципе, все равно зарядка здесь у меня. Еще раз подзаряжусь. Давай. А? Че? Где? Че, прикалываетесь? Так, ладно. Ты че со звуком не пойму? Ладненько. Ладненько. Где ты? Я тебя слышал. Пойдем сюда. Бегаем. Так, мне нужно его заморозить. А где ты? Ой-ой-ой, как я вовремя заморозил-то. Где там твои подмышки? Давай свои подмышки. Скромный парень. Я пока перезаряжусь. Я думаю, ты будешь не против, ну-ка. Хрясь. Да, придется мне, наверное, долго его. А это? Он живой. Ты, блин. Наконец-то. Какой ты страшный. Таблетка, это хорошо. А здесь что-то еще было вроде, да? Где-то тут что-то было. Давай. Или мне показалось. Так, я лучше подзаправлюсь пока. Так, а мне что надо? Ой. Мне там... А, там панель. Ой-ой-ой-ой. А как я пройду-то? Я там не пройду. Быстрее давай. Энергия направлена к системе защиты. Системный распределитель защиты отключен. Мне почти удалось настроить прицельную сетку. Но с одной из пушек проблема. Не останавливайся. Ну, естественно. Как же без проблем? Все, вроде, да? Угу. Все верно. Возвращаемся назад. Ой. Ну, а что, еще где-нибудь появится сегодня? Нет тут? Почему сразу нельзя было отключить эти панели вместе с этим электричеством? А если я сейчас наступлю и все, кирдык мне?
Угу. Я тебя слышу, идем, идем. А, ты там, походу, еще не один, что ли? Курица, блин. Тихо, 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 тихо. Да отойди от меня, блин. Ты прям впритык самый, я уже. Че-то мне даете какую-то фигню в последнее время. Мне этого уже, походу, добра навалом. Ну-ка. Че у меня такой маленький рюкзак? Мне кто-нибудь скажет? Так, ладно. Предлагаю на сегодня на этом закончить. Раз уж тут у нас так удачно сохранение опять появился. Да. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.